Russian PR Weeks и российский интерактивный форум общественных коммуникаций – знаменательное событие года в отрасли пиар. В этом году форум проходит в Казанском федеральном университете с 14 по 17 апреля. В стенах университета это масштабное мероприятие проводится уже в третий раз. Мы в университете даем в основном теорию, так или иначе, да? Даем, конечно, ее хорошо, но студентам интересна и практика. Да, пообщаться с профессионалами, пообщаться с теми людьми, которые что-то уже добились в профессии, узнать какие-то тонкости. Узнать о тонкостях и нюансах сферы пиара может каждый желающий. Нужно только посетить мастер-классы от ведущих специалистов по разным секциям. Организация мероприятия, диджитал пиар, реклама и медиа. Как признаются участники, за 4 дня форума можно узнать много нового и прокачаться в сфере public relations. И, пожалуй, они правы. Ведь, как говорится... Кто производит информацию, тот владеет миром. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универньюз.